Кешпо. Какой-то, а? Чего? Не включается. Так. Их хотя бы. В смысле, блядь, нету? А, ну.
Очень долго. Ну, вообще 200. Ну да. Галочку поставьте. Том Джексч. Ой, я помню его. Он, собственно, тоже комьюнити не очень-то пишет. Не очень-то и много иллюзий играет. Нужно было камеру отразить. Да пизду. Специально. Или кнопочки нету. Ну, у меня так же. Меня-то 200. Перед раздачей зарплат партизанам их командование свезло запасы наличности в одно место. У нас есть шанс ударить по их кошельку. Вам приказано найти деньги, собрать образцы для отслеживания, пометить часть наличных, а остальные сжечь. Following coordinates and stand by for further orders.
Блять. Кандон. Иди нахуй. Жи. Нахуй перезаряжусь. Делать-то надо. Небольшой сейф найти. Я истекаю кровью! Ты как раз вовремя, спасибо. Как раз вовремя, спасибо. Да заебал. Ставлю термопомехи. А, сейф, кстати. Или на этом. Кончаются. Нужны долбаные патроны. Осторожнее, наемник в броне. Мне нужны патроны. Не понял. А что внутри? Идите по следующим координатам.
засранцы решат, что мы повсюду. А что делать-то надо? Подлечитесь! Бля, патроны есть? Я его вижу. Еле-еле. Нужны патроны. Да, блядь, что, сука, не так? Я ранен, кровь так и хлещет. Да, блядь, что не нажимается, ебучая Е? Метит, а чё он не метит? Отряд, слышите меня?
Это вообще какая-то штука. Че открыл-то? Так, пулемет, контейнер защиты. Зен какой-то. А, Сиен. Голограф. 4К. Ой, что там в контейнере? Давай. Ну, я его еще бью маску снес. Может, с геймпада подключиться? Геймпад-то будет работать? Ну да. Попробуем. Показывает мне DualShock. Стандартный. Попробуем еще. Здесь он не сел еще.
Так, ну-ка, интересно. Так, 35. А качество какое? Автомат. Ты чего, ебать? Чё? Не жирно ли? Качество 720 уменьшить, чтобы качество было хорошее. Это режим низкой задержки, а что за чудо случилось? Так. Какая трансляция? Низкая задержка. Клипы пускай будут. Двое смотрят. Интересно, кто это? Пляжки пода хотел, че я? Блять, я часов серьезно.
Да. Ну, привет. Подожди. Такой вообще? Крафт. Меня что ж нет? И Warrior. No, squad. Чё? Yes, Fertan. Fertan. Fertain. Yes. Machine gun. Everybody. Все сразу. Угу. Thank you.
прибрежная рыбацкая деревня оказалась вовлечена в операцию по перевозке наркотиков, связанную с международными сетями контрабандистов. Чтобы составить схему сети, нам нужно знать, что туда поступает, куда это везут, кто везет и от кого. Проникните в деревню, установите там технику слежения и подключите ее к нашим спутникам. Оу, it's good game. In Predator Universe. Франшиз. Отряд, вперед! Пошли, пошли! Как-то так. Console player or PC? Судя по вооруженной охране, это босс. Ликвидируйте его. I don't see him. Надеюсь, я правильно вообще говорю. Mission completion надо сделать. Заберите список, и мы определим, на какие лодки поставить. Высылаю помощь. Enemy spotted. Внимание, нарушители. Стрелять во все, что движется. Судя по переговорам, будьте внимательны. This is Predator. This. Буду один, идет синхронизация. Ждите. О, мани. Что это? Нужно сгруппироваться. Перезаряжаю. Сюда, сюда! Подкрепление отправлено!
Чего? Get back on the objective. Куда вы? Нам надо туда вообще. Диск. Jamming infrared. Deploying thermal device. Smoke grenade going out. Smoke grenade going out. I don't like the sound of that. А чё по-английски пишешь, ёлки-палки? Я-то думал, ёлки-палки.
спасибо. А, бывает. Я думаю, с американским каким-то там чай-то разговариваю. А тут раз. Руся, тут Руси оказался. Меня это нормально вообще слышно? Просто я не настраивал ничего. Так. Я уже насыл, чем это было вообще. А, сейчас. Хорошо тогда. Уже двое на стриме. Я-то вроде и на нем сейчас двое. Кто еще вообще? За Predator не играю, потому что не умею. Смотри, у тебя специальная смерть, она дает тебе бонус к урону, что готовки у тебя работает. Почему не работает? Так, там. Но я сейчас прокачиваю этот пулемет, чтобы не висел. Это основное оружие. Что, зачем? Я его докачаю и поменяю, конечно. Зашел в основное оружие. Что дальше? Я прокачаю пулемет, а потом я прокачаю вот это вот, а потом перейду на винтовки. Там же чуть-чуть осталось. О, видите? Чуть-чуть. Тут не показано, сколько чуть-чуть конкретно. Ну, чуть-чуть. Мне нужен хаммерхед. Ну, так, блин, у меня аж 59 уровень. Что я сделал? Хаммерхед. Все, 115 уровень, куда я? Это, ну, сэс. На игровне вообще. А всего 30. То есть мне 60 часов надо наиграть, чтобы вот. Чтобы было столько. Мне еще играть. Да, это вот. Мне еще вот это надо открыть, это открыть. Да, еще открыть надо. Чуть-чуть осталось. У меня 3600. Я почти все игры этой студии купил. Ну, из... Начиная с этой. Качаться и качаться. Что?
даже ножов, ножов никаких нет. Есть предмет? Обычно специализированный канал зайдет ко мне. Начну стримить какую-то рандомную игру. Специализированный канал зайдет ко мне. Я в игре уже. Что это? Оружие, чтобы поддержать местный переворот. Сейчас. Мы не знаем про их отношения с новым режимом, но любое вмешательство звездочетов. Тебя так же, да, называется? А, видишь. Вам приказано оценить объемы поставок, а потом взорвать. Они уже скрыты. Ладно, я тебя найду. Как бы это ни звучало, я тебя найду. А где работаешь? А, ну, собственно, я, скорее всего... Ну, я, скорее всего, скоро тебя отправлю перегрузка. А, нет, все нормально. Я думал, очередной вылет. Да не, нормально уже все. Буду на месте, с доброй охоты. Ищи на месте. А вроде да, был на месте, да. Ну сейчас стоп, нажмем, посмотрим. Буду один, это Зевс. Проникните на базу звездочета по следующим координатам. Говно обмазались и побежали. Да-то они неправильно бегут, если честно. Ну, один. А, он консольщик, понятно. Так, тап, один под нами. А, ну. Он, скорее всего, вышел. Как раз таки вот баганул немножечко. Вот он. Игра немного баганула, и он вышел. Но все равно, про хищника это самая, по крайней мере, атмосферная игра. Не так. Очень похоже на не факт, может, он просто вышел. Блин, по моему мнению, чисто. Внутри находится контейнер. По идее, он что, нам как, и нужен. Как первый фильм. Замок и посмотрите, что внутри. Первый хищник. Уничтожить. Проверьте, нет ли рядом того, что наведет нас на оружие. Че, вообще на месте нет? Кажется, мы нашли склад.
Похоже, весь груз помечен как подготовленный к транспортировке. Значит, надо искать склад. Так, потом гляну тебе пару типов, как я играю, у тебя есть один поиск. Что у тебя за карта? RX 650 XT, по-моему. Игл. Не, вроде просто Игл. Родион. Мне пока хватает. О, вон рядом. И как обычно, консольщик куда-то вперед уматывают. Просто на автомате. Кости. Ну, это у тебя такая? Или у меня? У меня я уже что-то... Ну, блин, надо смотреть. Сейчас добежим и... Посмотрю в приложении. Установите маячок наведения на машину. У тебя? У меня? Да? Отступите и ожидайте атаку беспилотника. А чё? Я вижу, что вашего убили. Буду. Держитесь вместе. У меня 670. У тебя, походу, хватило денег. У меня чё, у меня? Блин, нихуя не вижу. О! Нас раскрыли! Думал, все так просто, да? Укрепление отправлено! Наемник! Так, не надо его основного оставлять. Кто? Теперь они знают о ваших присутствии. Осторожнее. Да кто? Шесть пятьсот. 650. Пора вас забирать. И немного ошибся. Ну ладно. Джи. Отключаю место подкрепления. Ну, скоро будет. Окей. Время еще. Думаем о задании. Слышь, взял, потратил. Молодец. Приказ получен. Иду к зоне эвакуации. Они отступают. Не дайте скрыться. Высылаю помощь. Аптечка. Лечитесь. Я твою жопу здесь не брошу. Боец отряда убит.
Последнюю секунду. Ребята, спасибо вам еще раз. Ваша преданность делу вдохновляет всех и каждого. Я сбежал, по крайней мере. Так. Я. Создать группу. Как бы без разницы. Так. Ну, собственно, так и называется, ясно. Какой-то есть. Контейнеров. Хуя. Той калаш.
Так. Брать. Я еще запутаюсь. Сейчас могу менять. Прокачивать. Бабки. Оп, шаг. Смотри, что у меня за видеокарта. Так. Производительность. А, ну да. Охуенно. Карта только не работает. Процессор такая. Так, чилит. Так, чё у меня? Когда он будет? Блин, ждать, серьезно? Ой, ладно. Так. А без него? Thank you.
из-за копий. Не терять. Уже 4 зрителя, ничего себе. Пока ходил там, окна открывал, уже 4 появился. Четыре зрителя и 4. Редбай Твич. А, можно веб проигрывать или ничего себе. Так, я настрою.
ожидаемое время 54 секунды. Конец. Че, и двое ушли уже, серьезно? Что-то рано не ушли. Могли бы еще раньше уйти. Что доложили о довольно крупной находке на раскопках звездочета. Вряд ли они понимают, что нашли, но есть причины полагать, что это невероятно ценные технологии пришельцев. Хотя часть из них может оказаться творением рук человека, разведданные намекают на возможные столкновения с хищниками в древности. Буду. Попадите на место, узнайте, что они там выкопали, и доставьте находки нам для изучения. Пришел говорить. Чё зря сижу, что ли? Отряд доставлен. Удачи вам. Предатор. О, опять. Отряд. Ну я уже начал. Лагеря археологов. Будьте начеку. И придется еще ждать. Так, все, взял. Скар. Буду разносить. Ищите. Или ты предатор? По всему лагерю. На них хранится большинство заметок о раскопках. Да нет, вроде не ты. Эти записи должны помочь нам добраться до цели. Мне глушить лезть, глушить лезть. Пидор, блядь. Извиняюсь. Осуждаю всех. Обеспечьте мне доступ к компьютеру. Я попробую прошерстить данные исследований. Да елки. Где? Стоило ожидать, что хранится под замком, но я надеялся на лучшее. Гадство! Я зачем приближающийся патруль врага! Вам лучше разобраться с ними. Thank you.
А вы издеваетесь, куда вы? Надолго. Держите периметр, пока я что-нибудь не найду. Деньги взял. Банц обмазаться. Так, дальше все немного туманно. Попробуйте найти вход в зал, который они называют тайный чертог. Задание здорово осложнилось. Будьте внимательны. Попробуйте сами подорвать заложенные заряды. В пещере темно. А, не нормально. Запущен обратный отсчет. Слышу, что? И лучше прикройте голову. Ой, а отойти надо, что ли? А, нет. Вижу наемника в броне. Что это за хрень? Что-то инопланетное. Да, вроде бы все. Вам пора выбираться из пещеры, пока она и правда не обрушилась. Отправляю координаты. У него тяжелый. Мне патроны надо взять. Камера.
придется переживать как есть. Пересиживать как есть. Честный бой с невидимкой. Ну, я тебя отправлял. Решение. Так, дай я твои жметь. Что делать-то? Слишком в секунду с видео. Раз, два. Блин. Что-то на следующий переключать, что ли? Ну, если так уж, даже не знаю, что делать. Как поправлять-то? Ну-ка, я зайду сейчас к себе на стрим. Раз-два. Раз-два. Да нет, вроде нормально все. Не знаю, что говорить. Раз-два. Да нет, вроде нормально все. Раз-два.
Не знаю. В плеере все нормально. Знает, что не так. У меня все нормально. Не понял. А, понял. Так. Тут я врубаю обратно. Я отправил приглас. Примерно с того, что я увидел. Так, плейлист. Клипы нарезки. Крафтсман войти. Все донатный-то, а? У меня не отображает ничего. Все.
с кадра 0,2%, ёлки-палки. За кого? За этих. Звездочету удалось заполучить редкий образец технологий, полезный для их изысканий. Если мы поспешим, то успеем забрать технологию себе. Данных по этому заданию мало, так что будем додумывать и решать на ходу. Удачи! Эти не консольщики, заметьтесь. Баррикад. Отправляю координаты района поиска. Учитывая ценность образца, он может отслеживаться. Надеюсь, мы сможем обратить это себе на пользу. Возьми патроны. Здесь оружие. Найден ящик с оружием. Где?
Слышит, как давит! Он маскируется! Нету. Как бы сработало. Вон он, прячется. Вы что, заблудились? Вернитесь в зону задания. Его! Нужны патроны. Кидаю световую. Попал. Я его вижу. Еле-еле. Попал. Устанавливаю приманку. Не подпускайте врага к коробке! Кто? Надо валить уже сюда. Я мажусь. Заебал, блядь. Да, блядь, пидор. Пиздец. Хуевая пушка, блядь.
прекрати, а? Урона вообще нету. Что в прицеле, что без. РПГ, блядь, куда-то пропало. Отслеживаем операцию по изготовлению фальшивых денег, которая подрывает экономику региона. Нам удалось отследить поддельные купюры до партизанской группы, действующей в джунглях. Мы не уверены, как им удалось раздобыть печатный станок, но знаем точно, что он у них всего один. Раздобудьте улики, уничтожьте станок и отследите все другие вероятные поставки поддельных купюр. Так у меня кнопка есть специальная. Если она работает, конечно. Что не так? Ясно. Это сколько тут стримишь? Это часа два, наверное. Ну да, два часа тут нет. Твич показывает два часа. Кнопка с опозданием работает. Ну, у меня на временном времени работает нормально. То есть на Твиче я там задержка. Я надеюсь, она в реальном времени давно. А, канал давно? Канал давно, но стримлю не так часто. Скажем так. За... Получается... За 4 месяца первый стрим. Нет, не за 4, больше.
Или нет? Я уже не помню. Ну, какую-то активность для... Вообще для интернета я проявлял 4 месяца назад. То есть, это вот YouTube еще 4 месяца. А так, то, чтобы активные руки. Здесь вот. Так, последняя катка. Да и про кнопку я же не сразу ее нажимаю. Я вспоминаю только тогда, когда я произношу все это. Тогда я вспоминаю о ней. Нажми ты, Steam, пожалуйста. Сейчас вас играешь в новую штуку. Boy of the Hunter. Вот ее играю. Все. Йо, Dark Tide. Все. Ну и в эту чуть-чуть поиграю. Некромунду вот недавно начал проходить. Примерно через дулот. Ёлки-палки. Размещение.
кабинет интернета. Как бы не слышно. Человек из верхушки звездочета вылез из своей норы, что дает нам возможность устранить его. Разведданные надежны, но мы не знаем его точное местоположение. Мы дадим вам голосовой модулятор, который будет имитировать голос на основе фраз из радиопереговоров противника. Когда выманите цель, снимайте ее, соберите с тела ключ доступа, получите доступ к их рабочей базе данных и удалите убитого. Мы хотим, чтобы он не просто умер, а исчез. Даже не пользуется всем этим. С нее мы и начнем. Отбить. На работу. Маскировка. Сразу, блин. А сын? Поверьте, вы будете если не задерживаться. Выполняйте задание. Вижу врага. Я его вижу. Еле-еле. Left the wrong. Hostile spotted. Я вижу, что вашего убили. Буду. Держитесь вместе. Yes. Да, правильно, сюда надо стрелять. I know that sound. Не понял. А чё же? Там же лежит. Часа немножечко мигает, что ли? Да, ты сможешь. Цели нет, что ли? Насольщиков, что ли? Чего они такие косые? Что он же урон получает? Серьезно? А, не получает.
да. Да. Вперед, Вуду! Мы на вас рассчитываем! Так. Что за бред? Ладно. Да, новый уровень, что ли? А, Сауза 50 снайпа, ёпт. Я не сразу понял, о чем ты тогда говорил. Ладно. Там все.